И всем здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята, с вами сегодня Шмель. Сегодня бы я хотел рассказать такой небольшой обзорчик, как установить Sony Vegas Pro. Да, ее даже уже не надо крякать вам, там что-то делать, что-то какой-то фигней параллельно еще заниматься, которую вы все равно не поймете. А просто скачав, установить, короче, все легко. Сначала проходим по вот этот сайтик, который будет в описании, конечно же, как же без этого. Спускаемся в самый низ. Видим, скачать через торрент. Качается она только через торрент, этот файлик. Если у вас нет торрента, качаем его сейчас где-нибудь. Да, вы скачали торрент, нажимаем скачать. Вот, допустим, скачать еще раз. У вас тут файлик. Просто несколько раз тыгаем на него. Вас перебрасывают в торрент. Ну, разумеется. Вы тут качаете эту Sony Vegas Pro. Как она у вас скачалась? Сразу тыкаем на нее сюда. Так. Так, вот тут все есть уже. Это закрыть, закрыть. Это сверну. Так. Тут самый верхний файлик. Не вот этот. И не вот эти вот какие-то, а самый-самый-самый верхний файлик открываем. Потом. Запускаем сам вот этот такой установочник. Довольно-таки, кстати, прикольно очень все выглядит. Так, запускаем его. Запустить. Так. Я пока грузится, грузится, грузится. Еще раз говорю, это 12-я версия. Ну, такая более поновее. Так, это не надо. Тут выбираем русский. Но если вы англичанин, выбираем английский, я русский. Так, ну тут куда хотим туда и устанавливаем. Я установлю, наверное, в компьютер диск D, ладно, C. Ой, какой диск D? Это вообще другое совсем. Так, сюда игры. Ну да, туда в принципе я установлю, будет ей там нормально. Устанавливаем. Все очень быстро. У вас также быстро установится, так что не паникуйте. Так, это закрыть уже можно. В принципе, нам не понадобится. Так, сейчас еще тут загрузочка небольшая. Да, вот он что-то устанавливает, какие-то пакеты. Что-то устанавливает, пытается установить. Так, ждем. Ждем, 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 ждем. Я пока тут полазю. Вы можете тоже там полазить пока что где-нибудь. На ютубе что-то посмотреть. Вот, кстати, я сейчас только что выложил видео. Можете вот так же посмотреть, как поставить скин в Майнкрафте. Сразу решил это заснять. Потому что я давным-давно это хотел заснять, но у меня времени не было. И сейчас вот, короче, нашлось время. Ладно, в принципе, я остановлю. Всем неохота ждать и потом продолжу. Так, и вот, в принципе-то, установилось уже. Мне, кстати, там какая-то ошибка типа записалась, что-то там с файлами. Но я просто окей нажал, и все как бы нормально. Запускаем Sony Vegas. Так, я вот так лучше сделаю. Нажму сюда, запустить от Windows 7. Выполнять при входе. Ну, короче, всегда администратором запускать. Так, все, запускаем. Такая красивая обновка у Sony Vegas Pro. Реально красиво все выглядит. Ну, мне пока что нравится. Я думаю, что первый раз, если что, я устанавливаю. Я обычно 11 пользовался, но сейчас решился на 12 перейти. Конечно, есть уже 13, но кто не знает. Ну, вроде как есть. Но я решил 12 хотя бы скачать. На 13 потом перейду как-нибудь. Когда 14 выйдет. Так, ну тут какая-то фигня вылазит. Ну, да, довольно-таки красиво все выглядит, действительно. Ну, хотя, если честно, как и в той. Тут какие-то пишутся уже сочетания клавиш каких-то, которые я не видел. Переходы. Ой, проводники, точнее, вот переходы. Ну да, сразу видно.
немного интерфейс поменялся, совсем немножко, вот 11. Да, просто маленько вот поменялся. Сейчас посмотрю. Я хочу посмотреть мои любимые спецэффекты, надеюсь, сохранились. А, нет, даже новые какие-то добавились. Да, вот этого я как раз-таки не видел спецэффекта. Вот новые спецэффекты вижу добавили. Это очень прикольно. А, нет, ну вот этот был, вот этого чуть не помню нижнего. Так, вот он, мой любимый спецэффект. Да. Также половина, я как вижу, спецэффектов. Нет, все на русском языке абсолютно. Да, мне все нравится, просто все устраивает. Я вообще счастлив, то, что я установил. Даже ни капельки не сожалею. Ладно, если вам это чем-нибудь помог этот туториал, советую поставить лайк, подписаться на мой каналчик. Будет в последнее время будет очень много туториалов выходить, так что советую поставить лайк, подписаться. Зайти также в группу ВКонтакте, это просто вот обязательно, ребята, и подписаться там, потом прорепостить меня ВКонтакте, в Одноклассников, в Твиттере, а нет, меня в Твиттере нету, ну, короче, везде меня прорепостить, всем удачи, всем пока. Пока. Пока.